Всем привет, друзья! С вами Миго, и сегодня я вам покажу парочку подарков, которые я получил, скажем так. Ну, это все один огромный подарок. Находится в пакете Зенита. В принципе, уже даже и нетрудно догадаться, что это будет. Туда входит кружечка. Зенитовская, которую я пока не использовал, хотя вот эти подарки я получил где-то в середине августа, когда съездил в Коломну к своим родственникам. Дальше, ну, зенитовский кипарик, сзади написано, что, типа, 1925 года. Ну, как я вам? И... также еще шарфик, который я даже, мне кажется, он не поместится на весь экран. Ну, короче, смотрите. Там, конечно, не все будет видно, но я вам скажу. Здесь написано «Вперед за Питер», а здесь написано «Вперед Зенит». В принципе, этот шарф надо вот так над собой, да? Но мне что-то нравится, я буду вот так ходить. Он прям реально, он такой тепленький вообще. Просто кайф. Ай, ну давайте я вам сыграю. Звезда по имени Солнце. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеяло. Закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых по светам звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых. Красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Кто судьбою больше любил, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым, он не помнит слова да и слова нет, он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. Thank you.
что ж, друзья, на этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Миго. Всем до скорой встречи. Всем пока.